Ребята, сейчас мы зашли с вами в магазин мебели. Мебельный магазинчик. Сейчас поснимаю все, что здесь есть. Диванчики всякие, подушечки, столы. Магазин мебели. Попали мы в него. Посмотрите, стульчики, столы. Что, сколько стоит, какая здесь вообще мебель. Стол 229 евро, стулья 129. Круглый стол 260 евро. Еще некоторые столы. Круглый стеклянный стол 155 евро. Белые стульчики 59 евро. Серый большой стол, стеклянный стол, квадратный тоже красивый, 95 евро. Стульчики. Мне вот тот нравится, квадратный стол, красивый вот этот. 219 евро, стеклянный квадратный большой стол. Тумбы всякие, картины, что-то еще. Вот интересный стол такой, смотрите какой. 360 евро, но он раскладывается, он стеклянный такой. Стульчики 99 евро к ним, наверное, кожа настоящая. Еще поснимаю, что здесь есть. Это у них мебель для обычной обстановки квартиры. У них нет много шкафов, ничего. У них диванчики, столы. Стульчик, вот диван 1495 евро. 1500 евро, 100 тысяч. Вот такой угловой диван, 100 тысяч рублей, я имею в виду. Вот большой семейный стол, 297 евро. Вот 895. Еще семейные столы. Вот 609 евро. Стол такой большой. Со стульчиком совсем вместе. Еще что-то. Диванчик кожаный всякий. 2000 евро. Вот кожаный диванчик. евро. Здесь разные мебели, разные диваны. 1300 евро, 100 тысяч рублей вот такой большой угловой диван. Столы из натурального дерева 655 евро вот этот стол стоит, на наши деньги на 1040 рублей. Еще диванчики всякие, еще мебель. Самые дорогие, конечно, кожаные диваны. 2000 евро. Хотя я знаю, где купить можно намного дешевле. И такой же.